Новое звучание любимых голосов. На Мариэл Радио завершается масштабная модернизация. Идет монтаж нового оборудования, и уже со следующей недели Мариэл Радио вступит в эпоху полной цифровизации. Завершение технического обновления стало возможным благодаря поддержке проекта правительством республики и Министерством культуры. Что изменилось на любимом национальном радио, расскажем далее. Жабдапор, лежи радиом колышча, шергакан елташнавлак, Мариэл радиошке эфиржем. Вот уже 17 лет в эфире. Национальное Мариэл радио на марийском языке. Теплые встречи с ведущими и звездными гостями, родные песни и познавательные интервью. Все это теперь с новым качеством звучания. Здесь все хорошо. Сейчас идет монтаж оборудования. Заменили много чего. От микрофонов до сердца студии звукорежиссерского пульта. Устанавливать и настраивать помогают производители. Сегодня поставщик работает в рамках программы импортозамещений и наращивает производство для радиовещательного оборудования с российской пропиской. Заменили все оборудование, которое в этой студии было. Оно отработало больше 10 лет. Соответственно, требуется его уже модернизация. Ядром комплекса будет пульт российского бренда Digiline. Это совместное производство нашей компании и компании Солендина Аргентина. Также важное обновление произошло и на передающей станции. На вышке установлен новый передатчик. Зона его охвата пока не увеличится, но зато сигнал будет более устойчивым, без перебоев. Данный новый передатчик, в отличие от предыдущего своего, он в несколько раз современнее, можно так выразиться, так как и место занимает он в раза в три меньше. И по функциональным возможностям он своего предшественника намного превышает. Мариэл Радио развивается с каждым годом и осваивает все современные технические возможности. С 2019 года ведутся регулярные онлайн-трансляции. Радио можно еще и увидеть, прочитать новости и пообщаться. А благодаря интеграции с телеканалом Мэтр, любимые радиоведущие встречаются по будням со своими зрителями в эфире ТВ. Кроме того, запущенное в 2020 году приложение Мариэл Радио скачали более 10 000 раз. Это лучший способ слушать любимое радио везде, где есть интернет.